Серьезно? А, привет, ребята, это Даури, Грузия, Анатолий и Юля. Юлечка из Москвы. Вот. Юль, когда скажу, мы сейчас готовы к полету. У нас полет по плану каньон Арагви. Вот, стартуем с 3000 метров, приземляемся на 1650 метров. То есть перепад у нас достаточно большой, 1350 метров. Вот, полет будет длительный, один из самых длительных. Когда скажу, тебе идти, идем, пожалуйста, тяни хорошо. Как мне с камерой бежать? Да, потом скажу бежать, пишешь. Направление даю тебе, иди сюда. Вот это направление. Ага. Да? Пойдем потихоньку. Пойдем. Ты сейчас потяни назад. Тяни, тяни. Мне это побежал сейчас. Бежи, бежи. Бежи, поджала. Все. Одежда, которая дошла.
скажу так, давай пару раз. Я тебе никогда не пробовала. Короче, да. Ты голову вниз, я хоп под тебя сразу. Типа, чтобы ты голову вниз не отпускал. Ну ладно, можешь на минуточку снять. Что говоришь? На минуточку снять хотя бы. Если хочешь, ты можешь как-то запустить. Ну да, в принципе, ты права. Да, да, подожди, ты сейчас. Да, да. Она же меня не соскочит.